Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Бравлер Демастер. И сегодня, всем дорогие друзья, мы продолжаем выживание в Брау Тауне. В прошлый раз у нас была арена, как вы помните, я там очень плохо сыграл, потому что у меня очень плохая броня. Долгая битва у меня была с чуваком с одним, но он меня победил. Я, к сожалению, не вышел даже в топ-3. Но это плохо. С кем ты дерешься, тренируешься? Да, с воздухом, да, отрабатываю удары, брок. Вот, да. Что там, мистер Феникс, вы уже почитали результаты все? Ну что ж, ребята, что там, какие места-то у нас в итоге получаются? Там что, сколько кубков у кого уже есть? Мне уже интересно, ну нифига себе, карту что ли переделали? Да, мы слушаем, мистер Феникс, мы слушаем, давайте, говорите результаты битвы, давайте. Итак, ну что, давай, Феникс, говори же. Что ты молчишь? Первое место. По арене пока говорим. Брок, красавчик, Брок. У Брока 10 кубков. Брок, молодец. Поздравляю тебя, Брок, молодец. Ну, тебе еще нужно выиграть ШД, чтобы получить свой мега-ящик. Брок, поздравляю тебя, да, поздравляю. Оп, 10 кубков ему дают уже. Неплохо. Так. Дальше. Тоже на втором месте. Это мистер Феникс, давайте. Второе место. Это у нас то... Барли! 8 кубков, да, вы ему дадите? Барли, давай, иди, не стесняйся. Давай, иди быстрее. Там те кубки готовы давать. Давай, Барли. О, 8 кубков, хорошо. Так, ну что там, мистер Феникс тоже на третьем месте. Кто же на третьем месте у нас с вами, а? Мистер Феникс, неужели это Леон? Да, мистер Феникс? Да, Леон. 6 кубков, Леон, иди забери свои 6 кубков. Вообще фиг знает, как Леон в такой броне прошел до третьего места. У него бита была крутая, которая отталкивала. Он за счет этого только Эль Прима и победил на самом деле. Так, ну что ж, четвертое место. Это Эль Примо! Да, Эль Примо, вот он подбежал. Эль Примо, ты аккуратнее махай своими ручищами. Сейчас кого-нибудь заденешь, еще убьешь нахрен. Так, ну Эль Примо 5 кубков получил. Ну что же, а мистер Феникс тоже на пятом месте у нас. А, шестое? Я думал, пятое место. Это было уже четвертое только что. Шестое. Пятое пропустили. Пятое это же я. Это у меня 4 кубка. Демастер, 4 кубка, да. 4 кубка, 5 место, это я. Зачем 6 сразу же? Ох, точно, да. Зачем 6? Это меня пропустили. Мистер Феникс, я же на 5 месте. После игры. А. После игры твоей. Вы меня решили. А, с Барли? Окей, ну так что, не дадите этот. Пятое место-то. 4 кубка. 4 кубочка мои, 4 кубочка, хорошо. Ну что ж, а что там, мистер Феникс, я бы уже глазком одним взглянул, там что, карту изменили на ШД, что ли? Смотрите, карта изменилась, кажется, фиолетовая какая-то стала. И какая-то новая жесткая карта, на такой мы еще не дрались, это что-то интересненькое. Нифига себе, красивая, да, красивая карта. И что, а как мы будем драться, мы в две команды будем заходить или все вместе? Просто, кажется, арена стала чуть-чуть больше, арену прямо огромную какую-то сделали. Да, я уже осмотрел, нам там видно, что там стены стали гораздо дольше, дальше отсюда. Что вы планируете, мистер Феникс, как мы будем драться, как же мы будем воевать-то все вместе, а? По командам или в соло, как у нас в этот раз будет? Даже не знаю, как будет лучше, ой, Феникс не знает, сейчас что-то выдаст, ребята, просто вас так много, ну да, ну карта, смотрите, стала больше. Кажется, арена стала гораздо больше, но я не знаю, конечно, там стеночки, конечно. И что вы предлагаете, все-таки все вместе залететь туда, посражаться или как? А давайте всех туда. Вон Барли тоже хочет всех, смотрите, Барли хочет. Да давайте в мясо устроим, тупо легендарная битва всех бравлеров, ну, которые сейчас на арене у нас есть, конечно. Но не все бравлеры, я вижу, Поки нет, Нит нет, этого Карла нет, много кого нет, в общем-то. Ладно. Хотя опять идем против правил, что все вместе, все залетаем. А что, сколько кубков дают за первое место? Сол кубков за первое, за второго, за третьего нам скажете, мистер Феникс. Итак, да, ну говорите, мистер Феникс, что там по кубкам-то? Болт расстреливает своими стрелами, прям он вижу, стреляю. Первое место, сколько кубков в ШД? Ну давай. Феникс, сколько там кубков получает? Нужен, давай. Сколько? 8 кубков. Ну, кстати, поменьше, чем на арене. Странновато. Ну, второе место. Да, давай, Феникс, давай. Не 7 кубков, так, 8. Ну, в принципе, первое, второе место им лучше всего занять, потому что там разница в один кубок, на самом деле, неплохо. И третье место, это что, сколько кубков третье место? Он куда-то в небо смотрит, ну что ему подсказывают. 5 кубков, а 4, 5, там 6. У нас просто очень много, мне кажется, 4, 5, 6 тоже нужно. Сколько-то кубков дать, там тоже будет сколько-то кубков, а, мистер Феникс? Там... А почему не 6? Ну, наверное, потому что третьим уже быть, типа, это тупо лох, типа, 5 кубков, минус 2 кубка. Да, а вот так. Ну вот, все, понял, хорошо, ладно, давайте, да что...
на арену. Ну, а за 4, за 5, 6, сколько там кубков-то дается, скажете или что? Или вы потом нам скажете уже? В конце игры это будет интрига какая-то или что, я понять не могу. Потом, конечно же, ну ладно, хорошо. Ну что, запускайте нас на арену, наверное, мистер Феникс. Я уже готов, мне кажется, все тоже готовы. Вот смотрите, Бо прямо прыгает туда-сюда, вверх, влево, вправо, прямо уже готов. Готов врываться на арену. Да, я нужно победить. Если я выиграю, у меня будет плюс 8 кубков. И, в принципе, у меня есть шансы занять топ. Ну, топ-3 есть шансы занять, потому что если Брок займет топ-2 даже, если грубо говоря, то у него будет плюс 7, 17 кубков, да, если Барли. Ну, то есть, короче, мне нужно брать в любом случае первое место. Если первое место беру, так, где-нибудь здесь в кустах спрячу. Ух, ё-моё, тут Фрэнк. Вот в кустах спрячу здесь какой-то сундук, сразу же к нему побегу, вон к тому сундуку. Так, ну что, все распределились, я распределился, да. Что там, мистер Феникс, отчет будет? Вы не забудьте ворота за собой закрыть, кто-нибудь выбежит еще с арены, спрячется. Ну что, мы готовы. Я готов. Так, нужно будет сразу же какие-нибудь бусты пособирать. Отсчет до 10, нифига себе. Ну давайте, отсчет до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Как он меня увидел, я же в кустах. Вот он читер, что ли, какой-то, читы какие-то подрубил. 9, 10, все, поехали. Так, свои сундучки, так, какое-то замедление. Блин, Путин какой-то взял с собой, вот дерьмо. Так, яблочко, хорошо, нужно сразу же съесть бусти. Тут кто-то что-то заюзал. Я видел здесь, кто-то что-то заюзал, нифига себе. Так, хорошо. Фух. Барли. А, закрывают уже вход. Так, у меня всего один выстрел на патроне остался, лучше не буду его тратить. Один выстрел в пушке. Так, здесь кто-то не залутался, нифига есть замес. Жесткий, по Барли ударил в спину. Опа. Я Фрэнк решил не лутать этот сундук, вот дурачок. Так, там Боб перестрелится с кем-то. Опа, это что, Бул? Он меня стрелял, нужно Бул, наверное, сразу же убрать. Пока он меня не завалил. Так, на, Бул. А, убегает Собакин. Ах, ха-ха-ха-ха, блин, нормально так сносит, нормально даже в мою броню. Ах ты, ё-моё. Вот, братишка, не дам тебе выиграть. Опа, минус Бул, отлично. Тут еще Спайк. Спайк, братан, давай, опа. Спайк, хорошо, хорошо на Спайка напал. Тут. Ох, ты застрелил моего Спайка, ты моего Спайка застрелил. Ты чё, офигел? Ты чё, офигел просто? На-на-на, вот этого надо пацана хватать просто. Ой, это что тут, Сэнди? А, блин, я сейчас, это, в следующий раз кредит дадут под 40%, если Сэнди завалю. Сэнди не буду валить. Куда Эльприма? Ой, как больно ударил, ну нахрен. А, лучше спрячу где-нибудь. Там Эльприма очень сильно бьет Эльприма. Тут Брок, о, Брок, ну зря я с ним встретился, но все равно нужно подраться. Так, давай, Брок, давай, опа, отступает. Тут еще Барли, ё-моё. А, так, да, капец, все кусты уже порубили. Вот дерьмо. Так, нужно быстрее выпить что-то. Сожру-ка я золотое яблоко. Так, спрячу здесь пока. Так. Фрэнк, ах ты, мы с самого начала были рядом. Надо его завалить. А, это опасный соперник, я должен с ним разобраться. Так. В прошлый раз, я помню, он почти первое место занял. Опа, все, завалил его. А, отлично. Фрэнк его победил. Не, ну я очень много бустов нашел, очень много бустов. Сейчас давай его. Ох ты, ё-моё! Бул, ты еще жив! Я же его вроде завалил. Какого хрена? А, он тогда убежал от меня. Ах ты, тварь, не, пока опасно с ним драться. Тут Сэнди. Сэнди с кем-то дерется. Давай, Сэнди, давай. Опа. Что такое? Прям попасть по нему не могу. Что за фигня? Так, интересно, сколько у нас еще осталось-то, ё-моё? Наверное, маловато осталось. Так, вижу, что там Брок. Нужно Брока, мне кажется, побеждать. Потому что Брок прям жесткий. Так, сейчас набуду ему спину. Хорошо, давай, Брок, давай. Опа. Тут еще Барли меня в спину бьет. Да что такое-то? Барли. Перепрыгнул Брока, хорошо. Потерялся, блин, Барли за мной бежит. Не-не-не, я бы не стал с ним драться. Охренеть, что это было за супер? Это какая-то ульта была или что? Так, Барли, давай. А, не подпускай его с его копьем, он очень опасное копье. Я помню, с ним дрался, у него еще зельки есть. Он их пока ничего не тратит. Но у меня, кстати, тоже одна зелька есть. Замедление. Там Эльприма бежит, ну нахрен. С Эльприма не хотел бы сейчас встречаться. Вот, Брока надо валить, Брока надо... Ах ты, у него только что кого-то завалили. Сэнди жив, Сэнди... Так, завалили, кажется. Так, Брока надо валить, Брока, он прямо очень сильный, он может... Ему нельзя взять топ-3 дать, если он топ-3 возьмет, то он стопудово выиграет. Нам нужно его завалить прямо сейчас. Так, давай, Брок, давай, опа. Так, хорошо, отхожу, хиляюсь. Оп, хорошо, зарегенился. Здесь он стоит, здорово, чуваки, Кольт, на тебе плюху одну небольшую. А-а-а. Ладно, чувак, не расстраивайся. Так, блин, Брок, ё-моё. Так, снова Бул, нужно Була ловить. Здорово, Бул, не ждал меня, да, я вот, я здесь, да.
Да, сейчас завалю тебя, завалю, Бул. Давай, 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 Була. И Брока тоже в спину, так бам-бам-бам-бам-бам. Ух, нифига бы Броку сейчас хорошо зашло. Она, мне кажется, Брока валит сейчас, по нему нормально так залетел. У него еще штаны сломались, кажется. Брок, сорян, ничего личного, только бизнес. Все, отлично, Брока завалил, есть, ура. Фух, было опасно. Да, отлично, прям хорошо, я врашу, уже минус 3 дал или минус 4. Тут еще, не знаю, кого избить. Офигеть, офигеть, тут Прима. Блин, с Эльпримом пока не хочу встречаться, лучше в конце с ним подраться, когда будем один на один, чтобы я ровно под его удары в щит подал. С другой стороны, один на один, смогу ли я его выиграть в такой броне? У меня почти все сломано, шлем почти сломался. Не хочу его потерять, поэтому просто сниму шлем. Так, вот, на, пока будто там понафигачил еще. Ой, это Бул, Бул вообще долго живет. Бул вообще долго живет, это капец просто какой-то. Так, так, Эльпримом пошел, видимо, отъедаться, видимо, Бул по нему нормально задамажил. Он перезаряжает свою пушку, давай, 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 Брок, давай, 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 бьем этого Эльприма. Ой, Эльприма пришел нафиг. Я хотел сказать, не бьем этого Эльприма, а бьем этого Була. Фу-фу-фу, да Сэнди за меня болеет, хотя это нормально. Мы с ним почти не дрались, потому что в этот раз. Так, интересно, что происходит, сколько чуваков-то осталось. Так, вижу, Бул еще бегает. За ним Эльприма. Эльприма и Брок затимились? Нет, 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 они тоже друг друга бьют, я вижу. Тоже друг друга бьют, кажется. А Бул только отступает и стреляет. А где этот? Барли. Барли, где? Барли, эй, Барли. Барли. Давай это. Подождем, кто останется. Эльприма или Бул. А потом объединимся и завалим последнего, а? Давай затимимся, братан. Против Эльприма. Эльприма один остался, что ли? А где Эльприма? Ты его видишь? Вон он там. Короче, смотри, я сейчас выманиваю его, такой на себя беру, да? Начинаешь с ним драться, ты потом под конец побегаешь, начинаешь его тоже фигачить, да? Давай, давай. Окей, собрались. Эльприма! Так, здорово, Эльприма! Так, где он? Эльприма! Нифига, у него прям какой-то рейд жесткий. Ох, как он бьет жестко! Давай, 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 давай! А, собака! Эх, Барли поздно подошел Барли, эх. Тиммеры везде. Да ладно, против меня в прошлый раз тоже затимились, я помню, там Кольт и Шелли или кто против меня затимились. Я помню. Да, мастер, шляпа, да я снял, чтобы не сломалось, Эх, кто в итоге победил, кто в итоге выиграл, кто там в итоге битва-то идет до сих пор? Надо посмотреть, кто в итоге, Барли выиграл, не может быть. Так, а Эльприма, где Эльприма? Все, Барли выиграл, Эльприма побежден. Получается у нас что, Барли первое место, Эльприма второе место, и я третье место, да? Блин, плохо, ребятки, плохо. За третье место идут 5 кубков, у меня будет 9. 9, ну да, я в итоге даже в топ-3 не попал, ни одного сундука, кажется, сегодня не получу, ё-моё. Эх, 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 эх. А я так рассчитывал. Надену-ка я свой шлем обратно. Давайте, мистер Феникс, что там в итоге по кубкам-то получается? Все к вам идут, да-да, откройте победителей, да, откройте этих... Сейчас я вас открою, пацаны, там что-то Феникс тупит. Ну что, мистер Феникс, по очкам, что там у нас получается? Первое место занял Барли, да? Он получает плюс 8 кубков, дайте ему 8 кубков, мистер Феникс. Барли, давай выходи за 8 своими кубками, блин, у него там... Стрела в ноге. Ну, я хорошо, что Бо быстро убил. Бо мог нам все испортить. Бо, сорян, конечно, братан. Ты, смотрю, лук сменил. У тебя же был ледяной лук. Теперь какой-то другой, странно. Кто там второе место у нас, мистер Феникс? Второе место у нас кто? Второе место, ну, это понятное дело. Эльприма получает 7 кубков. У него было 5, становится плюс 7. В любом случае, больше у меня. Да-да-да, 7-7-7-7. Эльприма, поздравляю. Второе место, да. Так, третье место, это я! Да-да-да, третье место, это я, The Master. Дайте мне мои 5 кубков, 5 кубков, давайте сюда. Оп-оп-оп-оп-оп, 5 кубков. А почему ты мне 4 дал? 5 кубок давай сюда. У меня в любом случае 9. Мне кажется, я уже могу отсюда просто уйти, потому что, ну, у Брока 10. У Барли сейчас стало больше, у Эльприма. Все, чуваки, давайте, удачи вам. Красавчики, Эльприма, Барли, там, все такое. Я даже не хочу узнать, что-то как, я расстроен. Мне не хватило одного кубка на третьего места. Я бы получил бы хотя бы маленький сундук. Но, кстати, вы все не расстраивайтесь, кто проиграл. Можете зайти ко мне в магаз сразу же после арены и закупиться крутыми сундуками у меня. Да, в общем-то... Феникс, спасибо за этот отличный матч. Феникс, ты крутой, красавчик. Спасибо нашему Фениксу. Вот, но если что, забегайте ко мне. Кстати, сундуки с арены, которые вы откроете, можете пустые приносить мне. За это вы получите скидку. За каждый сундук скидка небольшая есть, да. Вот, все, все, всем удачи, да. Что, Барли, что такое? Я не пей меня, у меня шлем может сломаться. Что такое, Барли? А мой большой сундук? А, ну, зайдешь ко мне, я тебе дам большой сундук, хорошо? Но ты можешь принести как бы с собой немного этого, своего ежевичного шнапса. Так, по-братски чисто.
Отметим твое первое место, братан. Все, давай. Фух, да, ладно. Пойду, наверное, в свой магазинчик, подготовлю сундуки. Скоро, наверное, много народу забежит. Ну а пока что это все, дорогие друзья. С вами был я, Бравлер Демастер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующих видео. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.